рамках реализации проекта «Крепкая семья» активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» приняли участие в открытии школьного лагеря «Фламинго» на базе Барвихинской средней школы. Начало его работы приурочили к Международному дню защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня. Партийцы поздравили ребят и педагогов, старшеклассники подготовили концерт, а взрослые угостили школьников мороженым.